285 миллионов рублей потратят на ремонт моста в Ливинском районе. Работы начнутся в 2021 году. Переправу на трассе Вахново-Вожжово назвать мостовым сооружением уже сложно. Старые плиты под проезжающими машинами ходят ходуном. В некоторых местах здесь зияют огромные дыры. Привести в порядок мост намерены за 2 следующих года. Деньги на ремонт выделят из областного и федерального бюджетов в рамках федеральной программы по реконструкции уникальных мостовых сооружений. Подрядчик уже нашелся. Тендер на ремонт этого моста состоялся 9 декабря. В 2021 году планируется произвести подготовительные работы, начать, соответственно, работы по укреплению земполотна, откосов и так далее. Если подрядчик, естественно, выполнит эти работы в 2021 году, то, конечно же, будет заменены все пролетные строения мостового сооружения. Завершить реконструкцию этого моста планируют в октябре 2022 года.